Перед началом установки проверьте наличие всех необходимых деталей. Достаньте все содержимое из коробки. У вас должна быть система очистки воды и спринг, шнур питания, дивертер и на верхней части дивертера пластиковое кольцо с металлическим адаптером. В дополнительном наборе должно быть 5 адаптеров, а также 2 пластиковые стяжки. Также вам понадобятся следующие детали. 2 коленных переходника, пластиковые трубки и соединительные втулки, а также вспомогательный инструмент для извлечения трубок. Если ваш кран имеет аэратор, открутите его, снимите пластиковое кольцо с металлическим адаптером с верхней части дивертера. Существует несколько возможных вариантов подключения дивертера к крану, в зависимости от устройства верхней части вашего крана. Мы продемонстрируем некоторые из них. Если кран имеет наружную резьбу, для начала наденьте пластиковое кольцо на адаптер, присоедините адаптер к крану, а после этого используйте монету, чтобы затянуть адаптер. Если диаметр крана меньше, в таком случае вместе с металлическим адаптером используйте один из дополнительных адаптеров. Уберите резиновую прокладку, наденьте пластиковое кольцо на адаптер, присоедините к крану, а затем используйте монету, чтобы затянуть адаптер. Если резьба расположена на внутренней части крана, вместе с металлическим адаптером используйте один из дополнительных адаптеров. Уберите резиновую прокладку, наденьте пластиковое кольцо на адаптер и присоедините к крану. Используйте монету для того, чтобы затянуть адаптер. После того, как вы прикрепили металлический адаптер к крану, присоедините дивертер к металлическому адаптеру и затяните пластиковое кольцо. Следующий шаг – присоединить пластиковые трубки к дивертеру. Для этого отсоедините две пластиковые гайки от дивертера. Расположите внутреннюю резьбу гайки лицом к себе и проденьте сзади пластиковую трубку по направлению к себе. Большая трубка для большой гайки, маленькая трубка для маленькой гайки. Присоедините пластиковую трубку большего диаметра к входной части дивертера, а пластиковую трубку меньшего диаметра к выходной части дивертера. Затяните гайки каждой из трубок. Если необходимо, используйте пластиковые фиксаторы для крепления. Одна часть соединения подключена и готова к использованию. Теперь перейдем ко второй части соединения. Разместите прибор в удобном месте так, чтобы соединительные трубки можно было подключить к системе и на достаточном расстоянии, чтобы шнур питания доставал до розетки. Снимите крышку прибора, а затем снимите электронный модуль. Но не убирайте его далеко, он скоро нам пригодится. Если пластиковые трубки очень длинные, вы можете обрезать их и разъединить. Для этого найдите место разъединения пластиковых трубок и убедитесь, что вы разрезаете по прямой линии, и концы трубок остаются ровными. Используйте инструкцию по эксплуатации для того, чтобы сделать отметки на пластиковых трубках в правильном месте. Разместите трубки разных диаметров согласно инструкции и сделайте отметки маркером на каждой из трубок. Затем вставьте в трубки две пластиковые вставки согласно диаметру трубок и вставок. Вставьте большой и маленький коленные переходники в соответствующее отверстие на задней панели прибора. Вы почувствуете сопротивление, однако продолжайте вставлять трубки до момента, пока линия на переходнике не достигнет фиксатора. Вставьте пластиковые трубки в коленные переходники согласно диаметру. Вы снова почувствуете сопротивление, однако продолжайте вставлять трубки, пока фиксатор не достигнет отметок на трубках. Вода будет течь в соответствии с положением переключателя на дивертере. В первом положении неочищенная вода будет течь, как из душа. Во втором положении неочищенная вода будет течь постоянной струей. И в третьем положении будет течь струя воды, очищенная системой eSpring. Теперь все готово для того, чтобы пропустить воду через систему. Включите струю холодной воды и поверните переключатель дивертера в положение «очищенная вода». Подождите несколько минут, пока вода пройдет через систему. Сначала вода может быть несколько мутной или темной, однако не беспокойтесь, вода будет чистой и прозрачной через 5-15 минут. Проверьте все места присоединения пластиковых трубок и убедитесь, что нигде нет протечек или капель воды. Если вы обнаружите протечки, обратитесь к соответствующему разделу инструкции по эксплуатации.
Переведите ручку дивертора в положение «Неочищенная вода» и сразу же выключите кран холодной воды. Это правильный способ выключения воды каждый раз, когда вы используете прибор. Мы практически закончили. Осталось несколько маленьких и простых шагов. Присоедините шнур питания к электронному модулю. Установите электронный модуль на прибор. Вставьте шнур питания в специальный паз. Вставьте пластиковые трубки в соответствующие пазы. Положите инструмент для извлечения трубок на задней панели прибора. Установите верхнюю крышку. Теперь вы готовы к тому, чтобы подключить шнур питания. Помните, данный прибор должен быть включен в сеть постоянно. Дождитесь сигнала монитора, это может занять до 30 секунд. Включите кран холодной воды и переведите ручку дивертора в положение «Очищенная вода». Убедитесь, что капли на дисплее голубые. Вода будет поступать в кран через вашу систему очистки воды eSpring. Система очистки воды eSpring заботится о вас, но также требует некоторого внимания с вашей стороны. Прибор подаст сигнал, когда вам необходимо будет заменить картридж. Последняя отметка будет мигать и подаст один сигнал, когда вы включите воду. Этот сигнал будет означать, что осталось менее 10% ресурса картриджа. Когда настанет время заменить картридж, надпись «Замените картридж» будет светиться красным светом. Значок картриджа будет мигать во время подачи очищенной воды. Прибор будет постоянно издавать звуковой сигнал, когда включена вода. Каждые 2 года вам необходимо менять дивертор и пластиковые трубки. Это значительно продлевает срок службы прибора. Поздравляем вас! Вы справились с установкой системы очистки воды eSpring. Вы можете похвалить себя за хорошую работу и попробовать чистую воду из крана прямо сейчас.